Привет, привет. Давно не виделись. Видимо, вы по мне, наверное, скучали, некоторые из вас. Привет, привет, привет. Очень рада вас всех видеть, очень рада вас всех слышать. Пытаюсь вот разобраться с директом, но то, что вы, то, что мне писали в директ где-то 2 дня, по-моему, я не была, да, не выходила в эфиры. То, что вы писали мне в это время, это я просто удалю, там какое-то огромное количество. Но я уже отчаялась ответить на вопросы, ответить, вернее, на послания, которые мне пишут сейчас. Вы знаете, я уже давно поняла, что нельзя даже задать какой-то вопрос вот просто в воздух. Нельзя даже в воздух задать вопрос. Блин, вчера я по глупости спросила про наследство что-то. Кто там наследует, если я умру? Господи, сутки мне писали, целые статьи, целые главы. Как вы можете вот так вот, зачем вы меня так мучаете? Я просто вас прошу. Если я задала такой вопрос, вверху на истории написано время, в которое я задала. И мне, понимаете, у меня 1 900 000 подписчиков. И 100% мне тут же ответят на этот вопрос. Но вас это не волнует. Вы все хотите мне ответить на этот вопрос. Вот, внимание, у меня не разобраны еще ответы с утра. Вот один ответ. Ее имя. Имя, да? То есть я спросила в 8 утра, имя это Кэрри Брэдшоу или это ее псевдоним, она мне пишет имя. Это ее имя. Еще одна, да? Следующее, так. Доброе утро, ладно, это не то. Господи. Имя. Имя. Следующее. Нельзя расслабляться. Следующее. Это ее имя. Следующее. Это другое. Это ее имя. Еще давайте покажу. Сара Джессика Паркер. Имя. Роль в сериале «Кэрри Брэдшоу». И вот таких, ребят, тысячи человек мне написали, что Сара Брэдшоу, блядь, я уже забыла опять, как ее имя. Мне вообще похеру, и как ее имя, похеру, зачем я это спросила, я проклинаю эту минуту. Тысячи человек мне пишут одно и то же, да? Вчера тысячи человек мне писали про наследство. Причем половина из них писали заведомую хуйню. Они знать не знают, что такое, но они все пишут. Вы понимаете? Я когда хочу какой-то вопрос задать, я, например, задаю вопрос, да, я сейчас вам покажу. Так, сейчас, подождите. И ставлю вопросик, и ставлю место, куда можно отвечать там. Вот, например, я спросила, наследуют только дети? И здесь надо было тыкнуть пальцами, да, нет. 85 тысяч эту историю посмотрели. Так вот там надо отвечать. В окошечках. Ребят, у меня нервная система уже вообще ничего не выдерживает. Понимаете? Есть окошечко, отвечайте. Нет окошечка, не надо отвечать. Пожалуйста, не надо отвечать. Не ценю я своих подписчиков. Я физически вас всех не могу ценить. Потому что я одна, а вас, мои хорошие, вас 1 900 000, а сколько меня смотрит, это только в одном аккаунте, да? А сколько меня смотрит в неделю, я вам сейчас покажу, где у нас там официальная статистика Инстаграм, смотрит меня сейчас в неделю, ну, не очень много людей, всего лишь 31 миллион,
247 человек. Это еще минус 17 тысяч. Минус 17 тысяч, потому что 31 миллион сейчас смотрит, потому что у меня не было, понимаете? Не было у меня 2-3 дня. Поэтому меня смотрит всего в неделю. 31 миллион 247 человек меня смотрят. Понимаете? Я, конечно, сама виновата. Не надо задавать вопросов, да? Но я иногда сейчас попью. Я иногда об этом забываю. И по глупости. Негазированный лимонад имбирный без сахара. Иногда об этом забываю. И по глупости. Я просто, знаете, я с вами общаюсь, как с близкими какими-то людьми. И как я там дочке могу сказать, например, блин, да как там ее зовут, я забыла. Вот так же я могу и вам сказать, но это не пройдет так просто. Так, вот сейчас я девушку забаню, которая очень остроумная и пишет, пиздец, ну извините, что вас смотрим, я ее забаню. Я всем говорю спасибо, что вы меня смотрите. Но то, что вы меня смотрите, не надо быть дебилом, да? Не надо быть дебилом, а надо быть адекватным человеком. Вот еще там одна что-то... Ага, вот, значит, Исмат, соска моя. Мы его тоже забаним, дебила. И там еще какая-то была тёлка-дебилка. Котёлка-дебилка, типа, ну, извините, что вы... Странная претензия, Елена Соломинина. До свидания, Елена. Царствие тебе небесное. Ребят, что со мной произошло? Я вам когда-нибудь расскажу, наверное, да? Не сегодня точно. Потому что, во-первых, голос у меня только вот вернулся еще вчера-сегодня более-менее. Вот. А так я вам обязательно расскажу. Знаете, человек откровенный. Все всегда рассказываю. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. По поводу того, что мне там какая-то девушка написала, Елена, не страдайте хуйнёй, что за свечка. Знаете, если бы с вами случилось то, что вы со мной, то, что со мной случилось, то я вас уверяю, и вам бы предложила помощь женщина, которую вы знаете, да, это Динара, про которую я писала, которая помогала там моей сестре, которая помогала моей племяннице. И когда со мной это произошло, я, естественно, написала ей, потому что у меня единственная знакомая, которая, скажем так, в курсе всяких этих магий. Вот. И она для меня сделала такую свечу. Я... приняла. Я приняла ее помощь. Вам не надо знать, что случилось. Я выгляжу истощенно. Сегодня я уже выгляжу лучше, если честно. Хотя на самом деле, да, которая из Казахстана, она была в Москве. Не знаю, может, она выставила даже, она делала там какие-то фотки, ее помощница. Например, когда приезжала, я еще была так не очень в себе, она приезжала с помощницей. Она принесла тортик. Вот. Ну, я его тоже заблокировала. Что с волосами у вас второй день? Блядь, что у меня с волосами? Блядь, второй день. Что у меня с волосами? Что? Отвалились волосы у меня все. Что за хуйня такая? Что за вопросы? Что за вопросы? Откуда в вашем курином мозгу возвращаются эти, рождаются эти вопросы? Что у вас с волосами? Нет, я сейчас все кину, блядь, и пойду укладки делать. Чтобы тебе... Мудозвониха, показалось, что у меня все хорошо с волосами, а? А то как это я переживу-то, блин, не нравятся тебе мои волосы, волосики мои не нравятся. Что там с волосиками? Что, не бесите меня, вот реально не бесите. Хорошо, извините, что я на вас поорала.
Вышла я в прямой эфир, просто все-таки, чтобы вам показаться, а то, может, вы еще подумаете, что там кто-нибудь снимает вместо меня все, что я вам показываю. Крем для рук Розы. Вот. Я просто, ребят, реально очень не люблю дебилов. И вы знаете, и мне никогда, я никогда не переживаю за то, что от меня эти дебилы отпишутся. Отпишутся дебилы, будет легче дышать и легче работать. Вот. Люблю я вас очень-очень-очень всех. Я знаю, что вы меня любите. Видите, как вы меня быстро можете привести в чувство. Сейчас привезут мне Юрка. Извините, что я вас поорала. Сейчас мне привезут Юрка, Ирина, вторая бабушка. Во сколько? 15:30, 15:30 у него начнется матч. 16:30, где-то в 5 часов мне привезут Юрка. Вот, буду с Юрчиком. Устроим с ним пир на весь мир. Будем с ним есть всякие гадости, смотреть кино. Вот. Когда на Пхукет? Ребят, на Пхукет, на Юру никогда не кричу, голос не повышаю. На Пхукет, ребят, уже это, уже скоро, блин, не очень скоро, 17 декабря. Жуткие у нас проблемы с таможней, да, 30-го у нас сорвалось открытие нашего центра, открытие теперь будет позже. Да, я жива, я здоровая. Вообще у меня все хорошо. Вот. Юра, моя большая душа. Слушайте, я вообще не грущу. Я вообще не грущу. У меня вообще все хорошо. У меня реально все хорошо. Да, сережки, комплект. Люля Вьютон. Не спросить бы, как эта марка называется. А то напишите мне 24 часа, мне будет писать, что это Луи Вьютон. Да, купила Юрику ППшные пчишки. Купила. Вы прям видите мою классную фигуру, да? Вот прям в этом платье видна, какая у меня классная фигура. Что у меня из пластики? Сиськи. Сиськи у меня из пластики. Как это не пойду на знакомство? Вы что, смеетесь, ребят? У меня уже на переписи. Как с этим парнем, кстати, я познакомилась не на Тиндере, если вы подумали. У меня уже на переписи новый жених. Пальто с птицей, это которое, с вышивкой Гуччи. Так, вот у меня, смотрите, молодой человек, Игорь 31, пишет вот мне, предлагает срочно познакомиться, но я, правда... Он мне пишет, давай знакомимся. Я ему пишу, привет, мы знакомились когда-то. С чего это ты взяла? Я бы тебя точно запомнил. Ну, на самом деле, я с ним не знакомилась, видимо. Но я так отмазалась. Не, буду встречаться, буду знакомиться. Вы что, ребят? Даже и не это. Это даже и не обсуждается. Это любитель риминга. Сейчас точно забаню. Она меня уже затрахала. Ты любительница риминга? Блять, сука же дебилов на белом свете. Слушайте, да никак, 31 старый, но я тоже не молодею, я уже до 33 подняла возраст, хотя мой любимый 29. Вот, смотрите, обезопасить себя от таких вариантов не получится, но знаете, я все-таки считаю, что это, ребят, это все-таки, как вам сказать, 100% это все-таки никакой магии не было. Я не верю в эту магию. Это все фигня. Вот. А так вот, чтобы у меня какие-то были неприятности, никогда такого не было. Вот хочу вам, смотрите, показать. Катя моя в Италии. Вот вы можете ей прямо сейчас... Где у нас тут звук? Теплый, стильный. Прямо сейчас можете что-то заказать. Она все привозит, привезет 23 числа. Заказывайте. Вот джинсы себе заказала. Джинсики эти себе возьму. Сантуччи, хорошие джинсы. Вот, платьице Сантуччи. Вот
Еще, знаете, костюмчик у меня все время спрашивали. Еще, знаете, это вот рюкзак очень прикольный, рюкзак «Айсберг». Ой, я его не видела, надо попросить, чтобы привезла. И цены очень хорошие, девчонки. Еще было очень много шапок прикольных. Короче, Катя сейчас в Италии, пишите ей, и она вам все привезет. Как ее страница называется? Вот, смотрите, как ее страница называется. О, Господи. Нет, не та. Где ее страница? Вот. Italy Boutique Brand. Я вчера рекламу ее делала, она, наверное, еще висит. Italy Boutique Brand. Italy.boutique. Нижнее подчеркивание бренд. Лена, fuck off. Вы делали операции недавно? Fuck off. Или fuck on. Конечно, делала. Блефаропластика. Ну, наверное, вас не это интересует. А еще я себе сделала операцию по изменению пола. Я думаю, вас это тоже не интересует. У бабушки изменила пол. Но нужна мне вообще-то операция лоботомия. Жалко, ее в России не делают. Ой, знаете, очень много дебилов. Очень много дебилов, очень много идиотов, очень много сплетников тупых, и всякую херню разносят, просто живут этим, ищут хоть что-то, хоть какую-то хрень, что случилось, как случилось. Вот я пропала на 2 или 3 дня из Инстаграма, и сразу, да, поползли слухи, мне уже там написали, я выложила пост про себя и Паркер, там сравнила наши фотки, и какая-то уже очень умная девочка пишет: «Как ваша операция, Елена?» Какая, блядь, операция у Елены? Но это не имеет значения. Главное, решили, я на операции. Скажу вам дурам и дуракам, что если бы я была на операции, операция длится примерно 3 часа, уже через 4-5 часов вы выходите полностью из наркоза, и вы на связи, и у вас все хорошо. У вас прям вот все хорошо. Сейчас покажу мамин ремонт. Там есть кусочек. Все хорошо у мамы. Сплетникам хочется что-то придумать. Вот только мне интересно, что на этот раз я себе пришила. Сиськи у меня уже пришиты. Жопа по версии любимых подписчиков у меня тоже пришита. Что я пришила? То есть только член. Больше вроде пришивать-то нечего. Грудь я собираюсь, правда, уменьшать, но не сейчас, хотя уменьшать ее собираюсь. Видимо, пришила член. Другого у меня варианта просто нет. Вот. Но здесь особо как бы не видно ремонт. Ну, просто... Так, мамин ремонт. Ремонт у бабушки. Вот только, видите, только денежки перевожу. Сегодня перевела деньги за стиралку и запчасти. Сегодня перевела деньги за стиралку. Перевела деньги за кухню. Кухню выбрали. Все Леонид делает. Сейчас были фотки. А это я ему присылала. А ну он так снимает, Леонид. Ну что? Окно стоит, стены сделаны, плинтуса лежат. Все чистенько, двери стоят. Включатель работает, ванна сделана. Ну, в общем, у мамы 28-го день рождения, а ремонт будет закончен еще раньше. Вот сегодня уже Леонид заказал, или даже вчера, кухню, то есть ее уже привезут. Вот. Слушайте, я не пойму, что за сослан, и у кого он там сосет. Вот, Юрика, с Юриком будет история после 5. Юрик придет, и мы с Юриком будем безумствовать. Еще мы с Юриком будем безумствовать. Поэтому, ребят, нечего мне даже больше вот реально сказать. Хочется что-то придумать, а придумывать-то даже и нечего. Особенно по поводу операции. Ой, ладно, люблю вас, скучала тоже. Будем разговаривать, есть очень много интересных тем.
Есть очень много интересных тем. И на тему, как вообще Леонид... А, да, мама же мне сказала, Лена, присмотрись к Леониду. Помните, да, эту историю? Лена, присмотрись к Леониду. То, что он мне... Тут мне Леонид пишет в частной переписке. У нас с ним еще есть отдельная переписка. Он еще... Голос еще не восстановился. Расскажу, ребят, что случилось с голосом, что случилось, это, почему эта херня, почему у меня не было Инстаграма, что у меня не было голоса. Вот. И что, и как это все произошло после свидания с этим мудачком. Кстати, этот мудачок, вот, девочки, вот вы знаете, все-таки есть чуйка. Вот коротко вам сейчас расскажу. Коротко, потому что нет силы, надо голос, правда, беречь. Все-таки есть чуйка. Рассказать или нет про этого друга-то, который меня прохлил? Чуйка все-таки у женщин существует. Да не бойся ходить на свидание. Смотрите. Прихожу на свидание в очень крутое заведение. Очень дорогое. Ну, которое входит в пятерку самых дорогих в Москве. Прихожу. Сидит. Значит, цветы уже стоят там на соседнем столике. Значит, мне подтаскивают эту табуреточку под сумку. Он, значит, встал. Приобнял, как обычно. Одет. Это вообще просто дороже не бывает, да? Начиная там с носков и ботинок. Я все это заметила, включая там Rolex. Один из самых дорогих. Молодой. Немного за 30. И вот весь прям правильный. И общается правильно, и беседа вся идет правильно. Но я вот прям, понимаете, вот я прям чувствую, что вот, ну, не мой пассажир, вот просто не мой пассажир. Слушайте, у меня фильтры включены, ребята, фильтр включен. Вот, без фильтров я обычная, без всякой фильтра, даже без платики. Придумай-ка так. Можешь покороче рассказывать. Сейчас я ее удалю. Ну и короче. Мы с ним сидим. Заказали еду. А ресторан дорогой, там все медленно. Сомелье не сомелье. По чаю специальный сомелье. Еду всю каждый день не дают самой с тарелки взять, а каждому подходит официант на тарелку. В общем, все долго. А я уже за первые 5 минут поняла, что я с ним не то что сидеть дальше, а на одном поле просто не хочу даже присесть. И я это сразу прям поняла. Еле-еле я эти 2 часа высидела, потому что, извините меня, ну, как бы не получилось там сократить. Выхожу, бульвар, рядом, ну, кто поймет, тот знает. Выхожу, я слабая, пугливая женщина, бульвар, рядом, значит, кафе «Пушкин», ресторан «Пушкин» и так далее и тому подобное. Нет, совсем на Альфонса не смахивал. С Альфонсом я все понимаю. Вот. И, значит, мы вышли, а он, значит, машину поставил достаточно далеко, на стоянку. Вот. И он мне сначала говорит, ты, говорит, не выходи, я сейчас машину подгоню, наберу, и ты выйдешь. Я говорю, да нет, говорю, давай, говорю, выйдем, я на воздухе просто подышу, постою, потому что хочется воздухом подышать. Он говорит, ну, давай, хорошо, я быстро. Вышли. Вот, он там понесся галопом за машиной, а я в этот момент, вот вы не поверите, я не то чтобы Яндекс вызывать, потому что я все время Яндекс вызываю, я просто тупо сажусь, знаете, там стояло несколько, там стоять вообще нельзя, но вот две машины, они стояли, видимо, только высадили, я прям кидаюсь в одну машину, сажусь и говорю, поехали, он мне, куда типа поехали, я говорю, поехали, проспект Мира. И он поехал, у меня с собой наличных-то не было. И вот мы рванули, уехали. И вот с этого момента он дико уже обозлился. Потому что он мне начал писать, а я просто тупо выключила телефон. Я не стала его игнорить, потому что было некрасиво как бы игнорить, не объяснившись. Я просто выключила телефон и приехала, легла спать. Это вот было какое-то у меня состояние такое жуткое, что я просто хотела спать. И утром я вот это все прочитала, типа, что не пытайся мне писать, не пытайся мне звонить, ты везде в игноре.
И там дальше проклятые и так далее. Я все подробно в посте вчера написала. Как-то так. А потом он мне все утро названивал. А он мне вечером звонил. Ну, как он? Ну, видимо, он. Потому что были эти анонимные звонки. Я кидала скрин. Просто аноним, аноним, аноним. Я даже не знаю, что это за аноним. Вот. И даже утром еще был этот анонимный звонок. Я не беру трубку, естественно. У меня все выключено. Вот. Ладно, мои хорошие, я вам потом поподробнее расскажу, что потом случилось со мной утром. Как вдруг, ни с того ни с сего, у меня просто пропадает голос. Да, он русский. Я вас целую, я вас обнимаю. Мы все обсудим с вами. У нас очень много интересных тем. Зачем вы так? Вот мне тоже... Одна моя приятельница сказала: «Лен, зачем ты так вот уехала?» У меня бывает такое, я вам уже рассказывала. Я так убегала из кинотеатра. Я так, извините меня, убежала один раз из отеля «Бристоль», когда решила попробовать в отеле потрахаться. Что, все трахаются в отеле, а я нет. Пришли, извините меня, в отель «Бристоль», огромный номер, джакузи посреди номера, он пошел в ванну, а я тут же по коридорчику и бегом. Ну, бывает у меня такое. Если мне человек неприятен, я с ним в машине сидеть не хочу. Почему я должна себя заставлять сидеть с ним в машине, понимаете? Я не считаю себя необходимым заставлять. Познакомься в обычном, в приличном месте. Не на сайте. Все, мои хорошие, я вас люблю. Я вас обнимаю, целую. Елена Санжаровская входит в сотню самых успешных женщин России. Да не то чтобы затошнила, а просто вот поняла, что не мое. Все, люблю. Пока. Обнимаю.